Ви дивитеся проєкт «Я соромлюся свого тіла». Просто зараз розпочнеться консиліум лікарів щодо остаточного діагнозу Руслана Багірова. Ми проведемо аналіз на ВІЧ експрес-тестом, ВІЧ не підтвердився. С учетом того, что было высказано предположение о все-таки специфическом туберкулезном поражении, было решено взять еще раз биопсию лимфоузла, и лимфоузел отправлен на исследование. Угу. Ну, сейчас порадуем нашего пациента хотя бы наличием диагноза. Присаживайтесь. Здравствуйте. Добрый день. Руслан, ну, по результату обследований, которые у тебя были проведены, тот диагноз, который у тебя, это туберкулезное поражение лимфоузлов. Лечение – это 4-5 препаратов, около полугода. Ну, в принципе, туберкулез на сегодняшний день при строгом соблюдении инструкций благополучно лечится. Ну, тоже хорошо. Там может как-то передаваться… Поражение легкого у вас, легких у вас нету. Лимфатические узлы расположены внутри организма. Даже если там есть инфекция, она закрыта, изолирована организмом от окружающей среды. Только когда она немножко выделяется, вот в вашем случае, когда прорывается гнойничок, именно вот эта жидкость может быть опасна для окружающих. Спасибо. До свидания. Выздоравливай. Всего доброго. Выздоравливай. Спасибо. Лікування туберкульозу – це складний і тривалий процес. Тож наступні кілька місяців Руслан проведе у лікарні. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, ложитесь. А ну кулачком чуть не поработать. Русланові щодня робитимуть крапельниці та інші процедури, доки його організм остаточно не здолає інфекцію. Втім, складне лікування хлопця не лякає. Наконец-то мне поставили диагноз. Это меня очень радует, как бы он ни звучал некрасиво, но тем не менее знаем, что лечить. Непонятно, откуда взялся этот туберкулез. Ну, впредь буду осторожнее. Але чи достатньо лише обережності, коли мова йде про туберкульоз? Це з'ясує Валерій Ославський. Этим недугом инфицирован каждый третий житель Земли, но болеет всего 100 миллионов. Почему так происходит? И как не заболеть туберкулезом, узнаем прямо сейчас. Перевірити статистичні дані Валерій вирішив особисто. Для цього в самісінькому центрі міста цілий день стоятиме пересувний флюорограф, у якому кожен може пройти обстеження і отримати консультацію лікарів. А поки флюорограф готується приймати пацієнтів, Валерій перевірить знання українців про цю хворобу. Скажіть, як ви думаєте, що таке туберкульоз? Легких, воно як дирка виходить. Це хвороба легенів. Тільки легких. Кроме легких нічого не може більше заболівати? Не володію такою інформацією. У 90% випадків туберкульоз вражає легені. В інших 10% від нього страждають кістки, шкіра, лімфовузли, сечостатева система, кишківник, очі і навіть мозок. Як ви думаєте, які симптоми туберкульозу? Кашель більше 3-4 днів. Правильно. Температура. Пустота. Слабість. Скажіть, хто сказав відхаркування кров'ю? Ви вважаєте, що тільки туберкульоз може викликати такий симптом? Я не вважаю, що... Ну, один із симптомів може бути такий. Як можна заразитися цим заболіванням? Через куріння. От кого можна заразитися туберкульозом? Ну, от того, хто болить. Тільки від больного чоловіка? Я думаю, так. А ви як думаєте? Наверное, на самом деле, можна і від животних, і від птиц. Ну, грязні руки. І що? Більше не пам'ятаю. Більше не пам'ятаю. А мама що знає по цьому поводу? Воздушно-капельним путем. Ух, какая молодец, умничка. Что нужно делать, если рядом с вами в транспорте едет и кашляет человек? Кашляет и потеет. Замечание, чтобы он как-то прикрывался. Рот, угу. Таким образом. Хорошо. А маска в этом случае спасла бы, если бы была у вас? Вряд ли. Медична маска не захистить вас від бактерій та вірусів, які містяться у повітрі. Проте, коли маску одягає хворий, вона стає бар'єром для мікроскопічних крапель слини, а отже й значної частини інфекції.
микобактерии Коха, они очень живучие во внешней среде. Они погибают от прямых лучей солнца только через 2-5 часов. Скажите, а если человек уже инфицирован палочкой Коха, он точно заболеет или нет? Может, тело избежать. Правильно. Почему? Долгое время спит. Потому что оно... Спит почему? Потому что иммунитет борется. Как только он ослабевает, коли ми вдихаємо паличку Коха, імунітет негайно починає з нею боротися. Якщо знищити всі бактерії не вдається, навколо них із залишків імунних клітин утворюється капсула, яка не дає їм розповсюдитися організмом. Це закрита стадія туберкульозу, яка може з роками перейти у відкриту, коли хворий стає заразним. Хто боліє чаще всього? Кто в группе риска? Дети. Дети и старшие люди обычно. Так они слабо к этому относятся. Ослабленный иммунитет. В первую очередь это заболевание невежественное. Многие считают, что это болезнь бедных людей. Думаю, нет. Как вы думаете, это стыдно болеть туберкулезом? Нет. Человек не должен стесняться никакие болезни. Потому что должен бороться с любой болезнью. А когда человек стесняется, боится, это он, который подвергает и себя, и окружающих. Боже, неужели не прошло и 3 года, как народ начинает правильно мыслить? Таке свідоме ставлення до здоров'я неабияк потішило Валерія. А от чи готові українці підкріпити мудрі слова справою? От палочки Коха не застрахован никто. Туберкулез – это именно тот случай, когда спасти вашу жизнь может только своевременная диагностика. Наш флюорограф уже давно готовый до работы, але зайти до него не наважився жоден пацієнт. Втім, для лікарів подібне ставлення до флюорографії не новина. Нужно не раз в год это проводить, а постоянно-постоянно. Люди просто не знают этого. Але Валерій з такою ситуацією категорично не згоден. Тож береться її виправити. У вас сьогодні є унікальна можливість прямо тут, на Хрещатику, зробити флюорограму абсолютно безплатно. Добре. Флюорограма дозволяє оцінити структуру легенів. Капсули закритої форми туберкульозу проявляються білими плямами, а знищені хворобою ділянки – темними. Також для діагностики легеневої та інших форм туберкульозу використовується спеціальний тест. Глибокий вдох. І не дихати. Можете одягатися. А Валерій тим часом вже шукає нових пацієнтів. Коли ви останній раз зробили флюорограму? Давно. А давайте мы сделаем ее прямо сейчас, бесплатно, и получим консультацию. Это минутное дело. Предлагаю вам тоже сделать флюорограмму бесплатно, прямо сейчас. Хоть вы мне денег дадите, мне не надо. Схоже, люди впевнені у власній невразливості. Насправді ж, аби заразити вас, хворому достатньо покашляти поряд. До речі, саме на звук кашлю зараз і прямує Валерій. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас не смущает, что возле вас сидят люди, которые кашляют? Смущает. А почему вы ничего не говорите? Я сам кашляю иногда. Неужели место на скамейке стоит дороже, чем собственная жизнь? Сьогоднішній експеримент Валерія мав не лише оздоровчу, але й соціальну мету. Спасибо большое, что согласились. Значит, сегодня у нас тема туберкульоз. Мы создаем видимость, что вы больны. Значит, вам задача простая. Просто покашлять, создать видимость, что вам плохо, испарено, общие симптомы. У вас задача будет сложнее. Понятно. Это капсулы. Здесь пищевая краска, которая очень похожа на кровь. То есть вы кашляете, и у вас выходит с мокротой кровь. Ну все, удачи нам. Протягом кількох годин наші актори кашляли у натовпі, аби перевірити реакцію перехожих. Але ані біля метро, ані на лавочці ніхто нічого не сказав навіть Андріївці, який кашляв штучною кров'ю.
Сейчас мы точно знаем, что эти люди здоровы, потому что это наши... Она здоровая, вот у нее зубы кровоточат, здоровые. Это... Вы знаете. Это краска, которую мы ему дали. Это наши актеры, которые мы пригласили специально посмотреть на вашу реакцию. Понимаете, вам повезло, так потому что... гнать нельзя. Потому что, да, потому что... Нет гнать, гнать нельзя, нельзя так, когда ты видишь, что человек болен, и ты можешь заразиться, и сидеть, и ничего не делать. Вот так гнать нельзя. Потому что вчера мы возле вас могли сидеть другие люди. Так и я сам вас, кстати, могу сесть в камеру. Ну так, а что там сделаешь, если сам тянет в камеру? Идемте, сделаем программу. Аргументи Валерія спрацювали. Біля флюорографа нарешті вишикувалася черга. За день наш флюорограф прийняв більше сотні пацієнтів. І протягом кількох годин ось цей чоловік сидів навпроти нього, не наважуючись підійти. В чому ж справа? Я позапрошлий год скакав, що молодий козьок. Я не думав, що я заболею взагалі туберкульозом. А ви больний туберкульозом? Да, я на транспланте. Скажите, а сколько времени вы уже лечитесь? 4 месяца. Хотите флюорограмму сейчас сделать бесплатно? Хочу. Скажите, пожалуйста, фамилию. Глубокий вдох. И нет дышать. За кілька хвилин результат готовий. Чи допомогли цьому чоловікові 4 місяці лікування? У данного пациента тотальное затемнение правого легкого. Ничего не прослеживается, никакой рисунок не прослеживается. Для лікування туберкульозу необхідно від 1 до кількох років. Флюорограма натомість займає лише 5 хвилин. А коли її робили ви? 20 лет назад в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза, которая продолжается до сих пор. Давайте вместе остановим ее. Я предлагаю каждому начать с себя. А просто зараз ми повертаємося до нашої клініки. Тут Катя з нетерпінням чекає на наступного пацієнта. Понад півроку ми допомагали Василеві боротися з рідкісною патологією – підривним фолікулітом Гофмана. Надіжда є? У мене? Или у вас? У мене, а у вас? У мене, да. Вона горить ярко. Чоловік пройшов курс ретиноїдів, які мали зупинити запальний процес на голові. Окрім того, ми знайшли пластичного хірурга, який зможе покращити стан шкіри голови. Рекомендовано проведення консервативного лічення гормональними препаратами. При досягненні улучшення стану по кілоїдним рубцам можна займатися і січенням, і ушиванням для закриття дефекту, де відсутствують волоси. Втім, подібну процедуру можна робити лише за умови, що лікування фолікуліту було вдалим. Власне, зараз Катя і оцінить його результати. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Рада вас видеть. Ваше впечатление от лечения, назначений, результата? Пока меня радует. То есть вас результат устраивает? Тот, который есть на сегодняшний день? Да. Ну хорошо, давайте посмотрим результаты. Проходите. Давай. Я вижу рубцовые изменения, да? То есть рубцы на месте очагов фолликулита. Так? Но я не вижу никаких практически свежих образований. То есть я их вообще не вижу. Благодаря приему ретиноидов процесс остановился. Правильно понимаю, Василий? Да. Я помню, что на висках процесс продолжался, и да. Он был очень активный, да, вот когда мы с вами впервые виделись. Сейчас все хорошо. Так, то есть... Насколько я помню, вы боялись, что это может... затронуть и лицо? Да. Да. Ну, к счастью, я вижу, что... Вы успели.
Василий, ваша проблема довольно редкая. И лечение действительно непростое этого заболевания. То, что я увидела, мне очень нравится. Я довольна результатами лечения. Процесс остановлен. И теперь мы должны переходить к следующему этапу, который заключается в том, что рубцовые изменения на коже надо обколоть гормональным препаратом для того, чтобы эти рубцы стали мягче, что позволит затем пластическим хирургам сделать эстетическую операцию. Вы с таким планом лечения согласны? Не знаю. В смысле не знаю? Не знаю. Вы против? Что вас смущает? Поделитесь со мной. Я специально встречаюсь сейчас с вами для того, чтобы мы с вами определили дальнейшую тактику лечения. Потому что если пациент с чем-то не согласен, что-то ему не нравится, то тогда успех нашего лечения, он ставится под сомнение. Мы долго искали такого пластического хирурга, который согласился бы вам помочь. И мы нашли этого специалиста. Он согласился участвовать в вашем лечении. Теперь решение за вами. Может быть, поможет или может быть... Вас что-то смущает. Я хочу понять, что. В чем? В тактике лечения. Меня ничего не смущает в тактике лечения. Хорошо. Тогда прямым текстом спрашиваю, почему вы отказываетесь от лечения? Я хочу взять паузу, потому что мы принимали препарат. Поэтому, возможно, процессы и приостановились. Вот когда чуть-чуть отойдет мой организм и ничего не поменяется, будет как минимум все вот так, как сейчас есть, вот тогда мы и продолжим. Вы думаете, что процесс возобновится? Я не знаю. А откуда у вас такая информация, что это возможно? Я так думаю. Но специалисты говорят другое. Это провокация? Я похожа на провокатора? Нет. Тогда это не провокация. Хорошо. По вашим анализам, которые были проведены после лечения, состояние вашего организма абсолютно нормально. У вас нет никаких противопоказаний для дальнейшего лечения. Никаких. Ретиноиды – препараты единственные, которые гарантируют стойкое излечение от разных видов акне, угрей и фолликулита в том числе. Вы в хорошем, стойком состоянии ремиссии сейчас. Вас можно избавить от этих рубцов, и велика вероятность того, что повтора заболевания не будет. Велика вероятность? Да, потому что вас избавят от этих рубцовых изменений, которые, по сути, являются благоприятной средой для дальнейшего развития заболевания. Мы должны сделать все для того, чтобы эта ремиссия продлилась всю жизнь. Более того, у вас начнут расти волосы в этом месте, потому что именно гормональное лечение выпадения волос наиболее эффективно. Я не знаю, как объяснить вам еще это проще, но тем не менее это научно обоснованная методика. Это не эксперименты, которые ставятся над вами. Ваше заболевание непростое. И для того, чтобы вам помочь, были задействованы силы и люди, у которых есть опыт применения подобных препаратов, лечения подобных состояний, как у вас, и которые несут за это определенную ответственность. Огромное спасибо этим людям. Если у них есть определенный план и тактика лечения, то реакция больного в виде «я хочу взять паузу», «я хочу подождать», называется отказом от лечения. Просто воспринимаю это как ваш каприз. Не более. Потому что именно каприз невозможно ничем объяснить. Вот и все. Никаких провокаций. Я вас спросила, почему вы отказываетесь от предложенного вам лечения? А если я не отвечу на этот вопрос? Ну, во-первых, мне не хотелось бы, чтобы наш разговор закончился именно таким образом, потому что мне жалко сил, которые были положены специалистами на ваше лечение. Но если вы категорически отказываетесь от дальнейшего лечения, тогда нам придется попрощаться. Вот
И все. Мы не можем лечить вас против вашей воли. Либо принимать какие-то ваши условия, которые вы не можете объяснить. Ну, я сказал, как я считаю нужным, как я хочу, как я это вижу. Почему я так хочу, объяснить я вам не могу. Аргументировать как-то, ну... Ну, давайте попробуем вместе. Давайте не попробуем. А если попробуем, то в следующий раз. И при других обстоятельствах. Хорошо. Вы хотите со мной поторговаться? Нет, я не хочу. Мне наш разговор не нравится. Мне тоже. Поэтому давайте поменяем тон. И разговор. Давайте в первую очередь тон поменяете вы. Вы не ответили ни на один мой вопрос. У меня нету ответа. Ну, если бы я знал ответ или у меня был бы ответ, я бы ответил его. То есть... То есть ответа на вопрос, почему вы хотите взять паузу, у вас нет? Да. Подумайте со стороны, пожалуйста, насколько вообще логично, правильно и уважительно к врачам это выглядит. Вы считаете это правильным? Да. Мы не продолжаем лечение, правильно? Я хочу услышать от вас ответ. Однозначный. Да или нет? Мы предлагаем вам обкалывание рубцовых изменений кортикостероидами с последующей коррекцией хирургической. Это мы предлагаем вам делать сейчас по той схеме, которая существует. Да или нет? Сейчас? Нет. Да. Сейчас. Нет? Нет. Тогда я не смею вас больше задерживать. Все? Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ми поважаємо будь-які рішення наших пацієнтів і сподіваємося, що ремісія Василя триватиме якомога довше. Позбутися рубців прагне ще одна наша пацієнтка – Ксенія Речинець. Послідся після операції видалення флегмони новорожден. Де? Заді. На сідницях молодої дівчини кілька десятків застарілих наслідків запалення. Вони такі достатньо глибокі. На щастя, пластичні хірурги знайшли спосіб виправити Ксюшин недолік. Я вам предлагаю ісечення рубця повністю до мишечної ткані, куди він затягнутий, і заново зашити в місці жирової клітки так, щоб вони сопоставили з края і не було цих перепадів. Угу. Тож зараз Ксюша чекає на операцію. Сильно жду, только страшно, потому что оно будет потом болеть. Попри свої страхи, дівчина рішуче прямує до хірургічного столу. Выше, выше, выше. Выше, выше, пять. Выше. Пластинку. Пластинку под животик ложите. Майбутнє операційне поле обробляють антисептиком. Ще чуть-чуть, і попа буде красивий. Операція проходить під місцею анестезії. Робиться серія укольчиків з лікарством для того, щоб произвести обезболюючий ефект. Окрім ефекту знеболення, анестетик звужує судини. Це допомагає знизити кровотечу. Больно виходить. Больно виходить. Приготування завершені. І можна робити перший розріз. Хірург обережно вирізає рубець. При цьому йому необхідно залишити якомога більше здорової тканини, аби зберегти симетрію сідниць. Перш ніж зашивати рану, лікар перевіряє, чи не залишилося під шкірою рубцевої тканини.
Коли рубець вирізано, хірург пошарово з'єднує тканини швами, які згодом розсмокчуться самі. На шкіру накладають косметичний шов, аби майбутній рубець на цьому місці був якомога тонший. Загалом лікареві доведеться вирізати більше 20 таких рубців. І найскладніше в цій справі – зашити всі рани так, аби поверхня сідниці стала більш гладенькою. Операція поки що йде за планом. Проте Ксюша чогось занервувала. Ксюша ніяк не може заспокоїтися, а це загрожує підвищенням тиску і, отже, посиленою кровотечею. За годину більшість рубців вже вирізано. Нарешті хірург вирізає останній рубець та накладає останній шов. Все, закінчуємо. Тань, давай нам скотч. Операцію завершено. Результат ожидається достатньо неплохой. Масштаби заплановано, ми виконали більшу частину навіть з перевиконанням. Чи задовольнить результат роботи хірурга-ідеалістку Ксюшу, ми дізнаємося у наступних програмах. А зараз ми дізнаємося про результат лікування Насті Микити. Скажіть, а скільки от з цими бородавками ви ходите? Лет 7. Насті призначили курс противірусної терапії та видалили всі бородавки. Чи позбулася дівчина своїх проблем і комплексів, вона розповість просто зараз. Здравствуйте. Здрасте, ви така красива сьогодні. Спасибо, ви теж. Спасибо. Как дела, Настя? Рассказывайте. Все отлично, мне очень все нравится. Ну хорошо, расскажите, пожалуйста, как ваша жизнь изменилась, я надеюсь, в лучшую сторону, да, после этого? Да. Как? Рассказывай. Первым делом это в зеркале мое отражение стало самым замечательным и самым хорошим. Мне очень понравилось, потому что, ну, это сильно видно, особенно для девочки. Нет, ну конечно, вы такая милая. Хорошо, как в семье? Как мама? Мама замечательно. Мы с мамой даже... Мама определять стала мне больше времени. Чаще вот стало у нас. Я маме говорю, мама мне, я тебя люблю. Правда? Боже, ну, это да. Так замечательно. Да. Боже, так хорошо. Казалось бы, маленькие бородавки, но они очень много чего значат. Одна из причин вашей проблемы была, ну, в общем-то, несоблюдение гигиены личной. Вероятно, что именно руками вы занесли... эту инфекцию вирусную в нос. Я не отрицаю. Но сейчас почаще руки моете. Да, конечно. Ну вот вы мне скажите, все-таки стоит обращаться к врачу? Это действительно того стоит. Не нужно затягивать с этим, потому что самим не нужно их ни вырезать, ни вырывать, как это делала я. Молодец. Будем смотреть? Покажете мне свои результаты чудесные? Хорошо, проходите, пожалуйста. Эти образования были в носу, да? Да. Ну, здоровый нос. Никаких образований я у вас не вижу. Более того, я практически не вижу даже и следов удаления. Сделано все очень аккуратно, очень профессионально. Мне нравится все. Я помню, что еще было на руках, да? Да. Это старые, да, вот еще? Да, это старые, очень сильно. Это то, что вы удаляли, да? Да. А вот здесь были... которые ушли сами после препаратов. Угу. Ну, а смотрите, какая разница, какие рубцы вот от самостоятельного удаления. И посмотрите, практически ничего не видно. Все-таки еще многое зависит от выбора метода удаления. Но со временем эти пятна все исчезнут. Да. Ну, очень здорово все. Я очень довольна. Настя, я очень рада, что мы смогли вам помочь. Я очень рада, что... вы изменились. Не только внешне, но вы очень изменились внутренне.
Я помню, что вы приходили на прием с мамой сначала. Да. Сейчас вы приехали уже сама. То есть вы стали более взрослой. И это действительно ощущается. И по разговору, и по поведению. То есть вы стали более самостоятельной. Вы стали более уверенной в себе. Вы не такая зажатая. Вы очаровательная, радостная девушка, у которой нет проблем. Я очень рада, что у вас наладились отношения в семье. Я хочу, чтобы вы не забывали о том, что вам рекомендовали доктора. Потому что, к сожалению, вульгарные бородавки могут вернуться. То есть возможен рецидив. Пожалуйста, не забывайте о том, что вам необходимо соблюдать диету, что вам желательно не нервничать, высыпаться, стараться поменьше уставать. Угу. Ну и радоваться жизни. Спасибо. Всем хорошего. Давайте на прощание мы с вами обнимемся. Такая хрупкая. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Да. Счастливо. До свидания.